Новость распространилась быстро, хотя он просил нас этого не делать. Но это было невозможно. План был слишком абсурдным. Северная стена дроид. Вы это слышали? Он так и сказал. Точно. Это невозможно. Посмотри в книге. Тушите свет. Невероятно. Здесь написано, что северная стена Дроэтес, 1000 метров в высоту, 500 метров в ширину. Несмотря на свою красоту, она была пройдена последней в списке крупных ледово-скальных стен. Учитывая опасность падения камней и льда, она, несомненно, является одной из больших проблем в Альпах. Разве ее уже прошли? Сейчас посмотрим. Тут говорится, что первой команде понадобилось 5 дней, второй команде 2 дня. А он хочет пройти ее за один день? В одиночку? Сумасшедший. Это невозможно. Никаких сомнений. Маршрут очень трудный.